Уголовный розыск – одно из самых важных подразделений органов внутренних дел. Вопреки сложившемуся мнению, раскрытие преступлений – не единственное направление этого подразделения. Оперативники разыскивают не только преступников, но и тех, кто скрывается от суда и следствия, а также без вести пропавших людей. Сотрудники уголовного розыска активно работают с поднадзорными лицами, чтобы они впредь не совершали преступлений. Самыми частыми преступлениями на территории города являются интернет-мошенничество, хищение велосипедов с подъездов, хищение мобильных телефонов граждан. Только в этом году сотрудниками раскрыто более 100 преступлений. Среди резонансных дел последнего времени – убийство возле 13-го общежития, задержание воров, совершивших серию краж с дачных участков, а также поимка лиц, находящихся в уголовном розыске, в том числе скрывавшихся за пределами России. На данный момент нераскрытых тяжких преступлений против личности на территории Десногорска нет. В нашем городе в отделе полиции трудится 6 оперуполномоченных сотрудников уголовного розыска. Опер, так говорят в народе, это не просто профессия, это образ жизни. Действующий начальник Максим Сергиенков тоже начинал службу опером и выбрал эту профессию не случайно. Он пошел по стопам отца. Сотрудником полиции я стал, потому что это семейная династия. У меня отец работал в полиции. Я сам с детства мечтал быть сыщиком и работать именно в оперативном подразделении, чтобы бороться со злом, оберегать граждан на каких-либо посягательств. Не знаю, мне хотелось справедливости. Служить в этом подразделении способен не каждый полицейский. Эту опасную работу выдерживают только сильные духом люди, способные принимать точно ответственные решения и готовые к круглосуточной работе в режиме 7 дней в неделю. Алина Сазонтова, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ.